Приехали мы в дивный клуб. Сказали: «Сезам, откройся!» И вон те вон автоматические ворота открылись. Ну что, добролюбовцы, готовы увидеть новое место силы? Если да, берите вкусненький чаечек, вкусняшки без сахара и поехали! В смысле, что за оковалки? Мы же в дивном клубе находимся. Посмотрите. Вот это, представляете, грибулец из дивного клуба. Вот это гриб. Вот это, ребята, посмотрите. Вот это да. Теперь понимаете, почему мы все время смеемся? Обзор мы начнем в дивном клубе. Конечно же, с домика, в который мы заселились. Здесь есть два кресла. Это домик у озера номер один. Это речка Усманка. Здесь есть цветочки, стульчики, где можно посидеть, мангальчик, где можно все пожарить. Ну, и давайте мы заходим. Что тут? Тут у нас имеется натуральный камин. Панорамное окно, диван, кресло для детей, верхняя комната, кухня. Посмотрите, обеденная зона, сидите, кушаете, смотрите на просторы. Есть холодильник, вот такой вот вместительный, там уже наша еда. Есть морозильник, но если вы вдруг еды не взяли... А есть, конечно же, как говорится, ресторанчик. Вот, вся посуда тут есть. Вода из собственной колонки. Чайничек. Это мы с собой привезли. Тут кофеечек, чаечек. Вода бутилированная. Вот такой вот шкаф. С дополнительными подушками, дополнительным бельем. И есть комнатка. А, сейчас покажу то, что мне больше всего понравилось. Вот такая вот ванная комната один с видом на озеро. Там чуть-чуть подальше контактный зоопарк. А мы посмотрим его. И есть туалет номер... Два. Если туалет номер один занят, можно зайти в туалет номер один. В целом, очень комфортный, очень уютный домик. Либо вдвоем можно приехать сюда, либо с семьей. Там детей туда запихнул, и пускай они там тусуются. Вот такая красота. А здесь у нас спальня с космонавтом. Волшебная, космическая. И, конечно же, когда вы спите, у вас... Сейчас что покажу, вы просто, просто удивитесь, быстрее, добролюбовцы. Гуси, гуси приплыли разобраться с сутками. Вон уже там люлеем, говорят, уходите отсюда. Вон это контактный зоопарк, про который я говорила. Но я так понимаю, вот эти вот гусики, которые к нам сейчас плывут. Смотрите, я позвала гусей. Ути, 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 ути. И они приплыли. Дивные гуси в дивном клубе. Класс. Ути, 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 ути. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, Василий. Василий, пойдешь ко мне? Или ты не Василий? Они не бодаются, Костя? Ну, сейчас узнаем. Ой, ко мне бык идет. Что мне делать? Какой бык? Ага. Это коза. А что мне делать? Ну, погладить. Не. Может, она брухаться будет, а может, нет. Опа, сейчас будет. А что мне делать? Еду ищет. У меня нет еды, правда. Вот у оператора есть еда. Какая ты молоденькая. Какие они красивые. Глянь, они как за мной, как за пастухом бегут. За тобой. Убежали
барашки. Убежали барашки. Мне кажется, вот эти вот барашками так варили. Представляете, сидим мы такие в дивном клубе. Это прям дивный мир. Умс, грибулец. Знаете, что это за грибулец? Если знаете, добролюбовцы, пишите в комментариях. Я вот честно скажу, я не видела таких больших грибов. Грибы большие, насколько я знаю, растут только на местах силы, потому что вот это вот доказательство научного факта, что тут энергетика, персик, место силы. Давайте, наверное, с вами сейчас проведем один обряд на исполнение желания. Что вам нужно делать? Все очень просто и легко, потому что, как говорится, все гениальное просто. Что вам нужно делать? Сейчас буквально где-то секунд 10-15 я буду проделывать определенные действия. Ваша задача загадать желание в настоящем времени и представить, что все, вот, оно сбылось. Если вы в это верите, обязательно сбудется. Итак, начинаем. Загадываем свое желание, представляем, что оно все уже осуществилось. Хотели вернуть любимого? Любимый вернулся. Хотели стать миллиардером? Все, стали. Представьте, ощутите это. И место силы от дивного клуба дает вашу энергию. Исполнено. Вступайте. Мы нашли бассейн, шезлонги, на которых можно позагорать. И бассейн с водичкой. Ну, в принципе, море сейчас такое же, как этот бассейн. Слушайте, прикольно. Прикольно. Интересные дела. А вон там, вон там, сейчас мы дойдем, я вам покажу, находится банька. Вот, мы сейчас подошли поближе к баньке. Кто-то ее заказал, эту баньку. Здесь есть такой гамачок, можете поваляться, покайфовать. Вот, между прочим, вот, там, вы видите, есть чайничек, можно почаёвничать. Вон она, сама банечка, там души. Но мы сейчас не будем туда заходить, потому что другие люди заказали, чтобы не мешаться. И когда вы вот попарились в этом дивном месте, в этом дивном клубе, здесь есть речка Усманка. Вы же когда в баньке паритесь, вы потом в водичку холодненькую окунаетесь. И сейчас как раз октябрь месяц. И вот, посмотрите, старица реки. Вот, ступенечки есть. Можно прям плюхнуться туда, либо плюхнуться в бассейнчик. Ну, выглядит очень кайфово. А вон там, вон, многоэтажки. Это район Бравова. Класс, да? Ну что, давайте попробуем зайти сюда, посмотреть, что здесь есть. Лидия здесь все оформляет. Ух ты! Посмотрите, добролюбовцы, какое оформление классное, все светленькое, беленькое, красивенькое. А это вы к вечеру, да, Лидия, все тут оформляете? Ага, прикол. Это который у вас в Инстаграме, да, объявление, да, я видела? Ага, классно. Вот так много тут места. И тоже посмотрите, настоящий каминчик здесь есть. И труба прямо вверх идет. Музыка, декор, оформление. А вот здесь вот есть вот такие вот креслица, но это если вы
батарея, между прочим. Хотите вот так вот сесть и насладиться видом, покайфовать. Вот так вот садитесь. Растения, между прочим, натуральные полностью идут. Можете тут кайфануть. Ну, туда мы не пойдем, потому что там номера идут. Вроде бы да. Вот. А так вообще ресторанчик прикольненький. Завтра еще сюда сходим на завтрак. Посмотрим, что тут к чему будет. Так что прям так красивенько, светло. А, вот, между прочим, можете посмотреть, какие тут есть завтраки. Каша, о, овсяночка. Завтрак, вишница с овощами, каша овсяная с черносливом, вишница с беконом и с овощами, и кофеечек с молоком. С профессионалом. Ну, надо зайти быть на столчик какой-нибудь. Вот это вот настоящий кофе с молоком. Я делаю для тебя. Молодец, благодарю тебя.